Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. Даже не представляете, как я тронута вашими замечательными комментариями. И хотя там очень мало рациональных предложений по развитию моего канала, но зато там столько теплоты, сердечности, дружбы. Спасибо, мои дорогие. Я тоже вас очень, очень люблю. Вы знаете, мне кажется, что я сейчас уже бы, ну, мне трудно было бы жить без дружбы с вами. Ну, вы мне так все стали дороги. А самое главное, после ваших комментариев, я поняла, что нас связывает нечто общее, большое общее. Нам нравится одно и то же. Мы смотрим с вами в одну сторону, оцениваем события очень похоже. И когда людям нравится что-то общее, мне кажется, вот такая дружба, но она по-настоящему очень крепкая. Так что спасибо, мои дорогие друзья. Я очень, очень счастлива. Ну, а сейчас я вам вкратце расскажу все-таки, как я отбирала ваши замечательные комментарии. Хотя, буду повторять, наверное, не раз. Очень было тяжело отобрать, потому что я вас тоже всех очень-очень люблю. Самые лучшие, самые прекрасные, самые чудесные люди. Итак, так, по каким же критериям я отбирала комментарии? Ну, первое, конечно, я оценивала развернутый, подробный текст, ответы на мои поставленные вопросы. Но это, конечно, очень было важно. Второе, конечно, я отдавала предпочтение, вы уж извините, старым преданным подписчикам, которые хорошо помнят мой путь блогера, которые стали мне за эти годы родными людьми, которые, ну, меня поддерживали в самые тяжелые, сложные моменты моей жизни. И третье, ну, разумеется, те, которые внесли новые, новаторские, интересные предложения в развитие канала. Да, но оказалось, что сердечных, замечательных комментариев ваших было очень-очень много. Я, честно говоря, просто рада, что мне такие замечательные-замечательные девушки. Но как же мне отобрать лучшее? Не знаю, я перечитывала множество раз, никак не могла решить. Тогда я пошла по другому пути. Я в первую очередь еще ставила тех, кто пишет мне чаще других. Но все равно меньше 11 человек не получалось никак. И я решила прибегнуть к генератору случайных чисел. Конечно, для того, чтобы сыграть в эту игру, я должна была присвоить номера всем своим друзьям, которые вот я добрала, всем комментариям. И сейчас я вам прочту этот список, ну и вы увидите. Значит, под первым номером у меня Наталья Григорьева, под вторым Галина Фоминых, третий канал «Радости жизни», Катюша, дорогая, четвертая Надежда Макарова, пятая «Между прошлым и будущим», канал Наталья, Елена Корниенко, Татьяна Погорелая, Елена Алиева. Вот, кстати, Елена дала мне очень интересные советы, и я думаю, что я воспользуюсь ими. Нина Брусник, 9 номер, 10 Галина Шахова и 11 Света Королёва. Ну, давайте сейчас играем. Итак, рандомус. Генератор случайных чисел в диапазоне от 1, так, сейчас поставлю, от 1 до
до 11. Так, получить. Пять чисел. Так, сгенерировать. И вот у меня появились случайные числа. 7, 2, 10, 5, 4. Так, сейчас я посмотрю, кто же у меня под этими номерами. Так, седьмой номер. Татьяна Погорелая. От всей души поздравляю вас, Танечка. Второй номер. Галина Фоминых. Галочка, поздравляю. Дальше. Десятый номер. Галина Шахова. Галочка, поздравляю тебя, дорогая. Так, и какой у нас там? Пятый номер. Между прошлым и будущим, Наташенька. От всей души поздравляю. И четвертый номер — Надежда Макарова. Девочки, поздравляю, люблю, целую, очень довольна. Но в следующий раз все-таки я решила как-то конкурс проводить, чтобы не я давала оценку, а сразу рандомус. Мне очень понравился быстро вот этот эффект, а как я долго мучилась. Спасибо. Так. Мне очень понравилось. Теперь, чтобы все благополучно доехало, вы мне обязательно позвоните, напишите. Да, и все, кто у меня выиграл, девочки, пожалуйста, ваши адреса. Пожалуйста. Буду ждать. И срочно поскорее, чтобы успела я до Нового года. Будем надеяться, что все прекрасно доедет. Ну, а если вдруг что-то разобьется, вот у меня... На замену есть такие вещи. Вот видите, здесь шкатулочка вот такая вот замечательная. Посмотрите. Отсвечивает. Вот, по-моему, так неплохо видно. С собачкой, с кошечкой. И вот посмотрите, она совершенно новая. Хотя я купила ее на своем любимом блошином рынке. Очень красивая. Это я уже сняла. Вот. Вот такая вот. Но это, если еще мне есть, если разобьются. Но лучше, чтобы не разбивались. А если не разобьются, то вот эту шкатулочку я на следующий конкурс будет. Она мне призом. Вот. И я думаю, что мне что-то вот этот рандомус очень понравился. Думаю, что надо будет в следующий раз воспользоваться. В общем, жду ваших ответов, как все доехало. Дальше быстро покупаю подарки. Где-то, может быть, даже в январе устраиваю новый конкурс. Все, целую, мои дорогие. Поздравляю, всего хорошего. Спасибо. Пока-пока.